Республиканское управление Следственного комитета и прокуратура республики проводят проверку по факту аварии на Якутской ГРЭС. Прокуратура республики с привлечением специалистов Ростехнадзора организовала проверку по факту аварии на Якутской ГРЭС, приведшей к отключению электроэнергии в городе Якутске и его пригородах. На месте происшествия выезжали прокурор города Якутска и руководство прокуратуры республики. Проверка будет охвачена вопросом соблюдения при эксплуатации ГРЭС федеральных законов об электроэнергетике, о промышленной безопасности опасных производственных объектов. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования. Ситуация находится под контролем исполняющего обязанности прокурора Республики Саха-Якутия Иванова Айдара Лазовича.